Для постановки на сцене театра драмы имени Веры Комиссаржевской сказку про Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа выбрали не случайно. Это одна из любимых детских историй. Три поросенка – братья, но каждый со своим характером. Для того, чтобы позавтракать, нужно сначала собрать все яблоки, потом не мог, по всей полям не разлетелись. Так что давай, Ниф-Ниф, поможем яблоки собирать. Вот ты их разбросал, вот пусть и собирай. А я и выспался. Эта сказка английского фольклора, она интересна, знакома, каждая мама читает ее своему ребенку, поэтому именно «Три поросенка» в нашем театре. Психологи рекомендуют приходить детям в театр с 3 лет, но мне кажется, и с 2 лет эта сказка будет интересна. Внимание маленьких зрителей привлекают яркие костюмы, сменяющие друг друга декорации, песни и танцы. Действие спектакля иногда переносится в зал, а героями сказки становятся сами малыши. Подсказывают поросятам считалки, помогают советами. Это вот единственный спектакль, которым отсидели от начала и до конца. Ребенок практически весь спектакль был вовлечен. Ну, хлопала тоже, там пыталась что-то делать, что просили актеры. Ну, понравилось очень. Даже подарила шоколадку, отдала без всяких проблем. Радостный день поросят нарушил хитрый волк. Жизнь веселых героев оказалась под угрозой. Единогласно решили, надо строить домик. Вот только из чего не сошлись. Младшие братья заупрямились. Жилище из соломы и прутиков лучше, чем каменная крепость Наф-Нафа. Но на деле оказалось наоборот. Ссориться. И тогда можно победить любого зверя. Надо не лениться и трудиться, и ничего не будет страшно. Премьера спектакля «Три поросенка» прошла на ура. В следующий раз посмотреть яркую, динамичную, а главное, поучительную историю маленькие уссурийцы смогут в мае. Следите за репертуаром театра. Анна Клыга, Никита Файзулин, Телемикс.